Новые подробности в деле об убийстве Алтынбека Сарсенбайулы. Как сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре, видного государственного деятеля заказал не Ержан Утембаев, а Рахат Алиев и Альнур Мусаев. Сотрудники ФБР, которые приняли непосредственное участие в расследовании, подтвердили достоверность показаний Рустама Ибрагимова, главного исполнителя и организатора убийства. Агенты ФБР, имея полный доступ ко всем документам по делу, тщательно проверили версию Ибрагимова. Ключевых свидетелей полиграфологи проверили на детекторе лжи. В итоге, в ходе тщательного расследования информация полностью подтвердилась. Это было долгое расследование. Я также хочу отметить исключительное сотрудничество между странами в течение всего расследования. ФБР получила доступ ко всем документам. Я был лично знаком с Алтынбеком Сарсенбаевым. Надеюсь, что данные результаты принесут мир в души родственников. Верховный суд Казахстана уже направил дело на новое рассмотрение в специализированный межрайонный суд. В случае пересмотра в отношении Рахата Алиева и Альнура Мусаева возбудят уголовное дело. Слушания будут проходить в открытом режиме. Между тем, приговор в отношении Ержана Утембаева, который ранее фигурировал как заказчик, частично отменен. В то же время мера пресечения для других участников преступления останется прежней, потому как новые свидетельства не влияют на квалификацию преступления. В ходе нового расследования Ибрагимов дал показания, что Ержан Утембаев в силу личных неприязненных отношений действительно просил его избить Алтынбека Сарсенбайулы. Об этом стало известно Алиеву, который совместно с Мусаевым решили воспользоваться ситуацией и под видом исполнения заказа Утембаева поручили Ибрагимову осуществить убийство Алтынбека Сарсенбайулы.